подписчики и те, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я разберу для вас очень несложную пьеску. Она очень мелодичная и отлично подойдет для тех, кто только начинает обучение на гитаре. Итак, давайте приступим. Играется она в начале. В самом начале мы не будем ничего прижимать. Мы начнем сразу игру на открытых струнах в правой руке. Большим пальцем мы сыграем шестую струну. Вторым пальцем, средним, мы сыграем первую открытую струну. То есть мы сыграем одновременно две струны. Шестая с первой. И указательным мы сыграем после этого вторую. Отдельно одну вторую струну. Итак, еще разок. Шестая с первой и вторая. После этого нам нужно будет зажать указательным пальцем первую струну на втором ладу. Играем ее, эту первую струну, на втором ладу. После этого опять играем в правой руке первую струну. Итак, еще разок. Начало. После этого нам нужно первую зажать уже не на втором, а на третьем. Сыграть ее. И после этого опять сыграть вторую открытую. Еще разок. После этого мы возвращаемся на второй лад на первую струну, играем ее на втором ладу. И после этого вторую открытую. И вот полностью все это музыкальное предложение. Еще разок я вам сыграю. Получается, что мы всегда играем первую, потом вторую, первую, вторую, первую, вторую. Только вначале мы играем первую не одну, а вместе с шестой. Вторая, первая, вторая, первая, вторая, первая, вторая. Ну, естественно, лады мы меняем на первой струне. Сначала это открытая струна 0, потом 2, потом третий лад, потом второй лад. И потом мы повторяем полностью еще раз все это музыкальное приложение. Перейти к следующему аккорду. Мы указательным пальцем зажимаем вторую струну на первом ладу и все время продолжаем так держать. В правой руке мы уже сыграем пятую струну и первую струну одновременно. Пятую большим пальцем, первую вторым. Потом опять вторую на первом. После этого прижимаем первую на втором, играем ее. И вторую. Она у нас уже прижата на первом ладу. Еще разок, самое начало этого аккорда. Пятая с первой, вторая. Первая на втором, вторая на первом. Потом первую поджимаем на третьем ладу. Играем вторую, прижатую на первом. Возвращаемся на первую, на втором. Играем ее, потом вторую на первом. Еще разок полностью это предложение музыкальное. Здесь мы опять играем пятая с первой. Вторая, первая, вторая, первая, вторая, первая, вторая. И это второй аккорд. Давайте еще разок повторим. Первый. Два раза мы играем первый. Второй раз. Зажимаем пятую струну на втором ладу и играем пятую вместе с первой, открытой, пятая с первой. Потом вторая открытая, после этого зажимаем первую на втором, играем первую на втором, вторая открытая.
потом первую зажимаем мизинцем на третьем ладу, играем, после этого играем вторую открытую, потом опять первую на втором играем и вторую открытую. Еще разок это место, первую на втором ладу с первой открытой вместе, вторая открытая, первая на втором, вторая открытая, первая на третьем мизинцем, вторая открытая, первая на втором, вторая открытая. После этого второй палец перемещаем по пятой струне на третий лад, получается пятая на третьем, и играем уже пятую на третьем с первой открытой. Потом вторая струна, потом первая на втором, вторая открытая, первая на третьем, вторая открытая, первая на втором, вторая открытая. Потом опять второй палец перемещаем по пятой струне на второй лад, играем ее вместе с первой открытой, вторая открытая, первая опять зажимаем третьим пальцем на втором ладу, после этого вторая открытая, мизинцем первую на третьем, вторая открытая, потом опять первую на втором зажимаем и вторая открытая. Ну то есть мы повторили здесь первый раз, как мы сыграли, первый раз мы сыграли. Когда мы пятую играем на втором, то первую на втором мы играем третьим пальцем, первую на третьем мы играем мизинцем. Когда мы играем пятую на третьем, первую на втором ладу мы играем указательным пальцем, а первую на третьем мы играем третьим пальцем. И завершающий аккорд, аккорд ЕМ, пятая со второй струной на втором ладу, большим пальцем вниз по всем струнам. Еще разок, сыграю вам полностью всю эту пьеску.